Здорово. Здорово, Саш. Как, ничего? Ну ничего, нормально. Ты куда? Да хотел вон водички попить. Кофейку, может быть. Кофейку пошел. Будешь? Конечно. А то что ж, ходим, бродим с дедом. Тоску на всех наводим. Все нормально? Все нормально, лучше всех. Владимир Иванович, жив-здоров, смотрю. Футболочку переодела, пинжачок. Зачем ты, Владимир Иванович? В пиджаке, в жару в такую-то. А? Кофе будешь? Пойдем к Норе, сейчас купим кофе. Подожди. Ну? 1000 рублей, да? Нету пока, Владимир Иванович. Где же тебе возьму? Есть? Да вот на кофе пока есть. Ты что, давно гуляешь? Угу. О, фасолька. С утра, гля, как. Здрасте. Сделайте нам 3 кофе. Пожалуйста. Да, Владимир Иванович и нам с Натальей. Ой, походка хорошая. Бабье лето, Наташ. Наверное, бабье лето уже начинается. Наверное, я тоже так думаю. Скорее всего. А мужское прошло, теперь бабье. Привет. Привет, привет вам. 3 кофе, ага. Да, всем по кофе. В парк сегодня не пойдешь? Да пойду, посижу. Ага. Как же мне сходить? Я же всегда хожу в парк. А то там вся богадельня собирается. Весь честной народ. 100 рублей, да? Владимир Иванович, когда свадьбу будем гулять? Зачем? Как зачем? Мне платье свадьбочное уже выдали. Женись на Наталье, Владимир Иванович. 100 рублей, да? Женись на Наташке. Зачем? Свадьбу закатаем. Человек, зачем? Детей нарожаем кучу. И будем тут колхоз поднимать. 40 лет без урожая колхоз, который. Детвору отправим на 100 рублей, да? Ты же видишь, что жена нарисовала. Я предлагаю, он не хочет. А ты 100 рублей, да 100 рублей. Ну что это такое? Мне дитя надо у кого-то усыновлять, блин. Я что, утаскаю? 2-й год, 3-й месяц, никак не разражусь. Алименты будешь хоть платить. 100 рублей, да? Ё-моё, зачем они тебе нужны? Что купить? Хлеба и фасоль. А? Ты уже ту съел, наверное, да, фасоль, Владимир Иванович? А мне лука надо взять как-то. Лука? Ага, и хлеб тоже надо взять. О-о-о. А ты что, приехала? Мужья все голодные сидят. А, Владимир! Бери, Владимир Иванович. Все мужья голодные, не стирные, не мытые. А я езжу туда-сюда. Ну, кому это надо? Кому это понравится? Надо сейчас борщ варить. Бери, Владимир Иванович. Наталья, подходи. Вот. То в одну командировку, то в другую. Сколько же можно? Ага, спасибо большое. Эти командировки уже надоели. Саш, тебе слишком надо. Пойдет. Как пойдет? Дайте, пожалуйста, мне еще 100 рублей. Сейчас вам переведу. 190, 210, да? 205. 205. Подожди. На, Владимир Иванович. А то как же ты без фасоли-то останешься? Наташка, хоть лука купи, не забудь. Хоть пару луковиц хватит, да, на борщ? Да, и перчик, Владимир. А. Не помешает. Мы же казаки любим перец. И все острое. Такое машняцкое. Пойдет. Что ты, все уже засадил? Что-то быстро, Владимир Иванович. Мы с Натальей смакуем потихонечку. Угу. Владимир Иванович быстро расправляется. Владимир Иванович, 500 рублей полетел у тебя, глянь. Сколько луковиц? Вон, у тебя деньги полетели, смотри. О, Владимир Иванович, смотри, полетела. Полетела бумажка, вон твоя. Я не говорю со своей ногой. По тротуару, смотри. Вон пятак валяется, смотри, у ларька. Стоит. Ты что аж делаешь? Да. Вот так тебе дай, дядь Вов. Сейчас ветер и все, и под машину улетел.
Уехал Наташа, ему там пришлось уехать на день раньше что-то. Там какие-то обстоятельства. Я вчера видала этого, который я снимала. Виктор Михайлович Брагов. Не вчера. Позавчера. Позавчера, наверное, приезжал. Я просто, пока связь там появилась. Виктор Михайлович тоже, да. Угу. Тоже с нами. Простой мужик, как пишут. Работяга. Ну, хороший, да, нормальный, да. Ага. А то все идут. То ногтинг, ладно, то лифтинг нужно им, блядь, то... Еще какую-то хуйню, блядь. Деревня Гугунькина, блядь, им падает. Гунь был еще положен. Догнал, дядь Вов. Ты смотри, деньгами не разбрасывайся. Сколько буку брать? Ну три возьми, небольшие. И буку три. Таких вот? Таких вот, да. Я вот это... Три, да? Три с уксусом на шашлык хочу. У меня вчера день рождения был. Когда? Вчера. Восьмой был вчера. Ну, серьезно? Ну не официально. У меня в году три раза день рождения. Восьмого. Бери морковку, тоже пригодится. А сегодня будем отмечать второй день дня рождения. Пока мы здесь. А то потом уеду в путешествие куда-нибудь, в Австралию, и что я буду делать? Что картошек сколько? Морковки три, лука три, чтобы по-человечески борща заварить, налить колбасу. И пять картошек, да? Пять картошек, и кусок мяса. И колбасы с ветчиной. Колбасы, желательно, какую он там берет? Озерскую. Озерскую. Прикидываются такие все, прям я не знаю, что здесь такое. Так, ты идешь в салон? Я думаю, что меня так все приветствуют сегодня, нам стояла, таксовала. А, на попутке? Таксовала. Доехала, ничего, взяли? Доехала, взяли. Улыбаются все, главное. Ржут, блядь, аж покатываются. Ты что, Иван, куда, за картошкой? Нам что, здесь быть? Ты отсюда не уходи. А? Буду здесь тебя ждать. А? Давай. Мы тут будем, дядь Вов. Сережка. Сережа, здорово. Здорово. Здрасте. Не жадничаем. А то мы больше на весь колхоз варим. Еще кусок сала надо взять. Не хватает никак. Никак не хватает. Ничего. Кто старается, у тех получится, Наташ. Все, хватит. Да я в курсе. Вот так, Владимир Иванович. Ты не уйду, тут буду. Куда же я только пришел? Куда же я уйду? Ну ты идешь за луком. Ну да. Ну да. Может, пошли вместе сходим. И три морковки, да? Ну а там как получится, Владимир Иванович. Как получится. Давай, ты только недолго, я тут не буду 2 часа стоять тебя ждать. Едем дальше, да сейчас покурим, Наталья. Ага. Допиваем кофе, перекур и ждем картошку. Всем добра, друзья. Едем дальше.